Николаевск на связи. И у нас очередной микроколлапс в Николаевске. Вспучило мост через верхнюю Патху. Собственно, вчера этого требовалось ожидать. Меры своевременно, как обычно, приняты не были. Но, собственно, объектов много. Везде, как говорится, не успели. И сегодня вот ведутся срочные попытки, предпринимаются к устранению данного происшествия. Данный мост является связующим звеном, связывая город и поселки. Красная, Чинырах, Азерпах, Аремив и так далее. Что будет в дальнейшем, покажет время. Также напрягает момент, что уже приподнимает трубы в районе нефтебазы. Не хочется предполагать хуже, поэтому Николаевск на связи. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами.